А кто там еще третий? Почему матч с одним из аутсайдеров лидирующего первенства завершился с таким счетом 2-1? Всего лишь один был преимущество. Ну, я не скажу, что это команда аутсайдер. Может, поначалу они не брали очки, а последние туры они всего лишь в один гол проиграли на последних матчах Динамо Минску. Проиграли ФК Минску всего лишь один гол, поэтому команда довольно-таки крепкая. И плюс, как бы, после двух, скажем так, неудачных игр по очкам, над ребятами давлело. То есть давило то, что играет дома, хотелось выиграть, это их сковывало. Вот. Плюс вы сами видели, что сегодня весь запас практически был-то ребята 97-го года. Получается ли вот у этих совсем молодых футболистов заменить тех, кто постарше, кто не может играть? Ну, пока им тяжело, я еще раз хочу сказать, что они вот сегодня отыграли, кто сколько смог, через день они уезжают в Солигорск играть лицензирование. То есть играть через два дня в такую жару очень тяжело.